Всем привет! Бош, Влад, 4. Меня зовут Ебать на 4. Сегодня мы решили снять Гейский парк ночка 24 часа Гейский парк ночка. Ребята, ребята, повеселимся. Не, хуйня. Так, предлагаю их проверить. Ну как там с деньгами? А? Как с деньгами-то там? Чё с деньгами? Это кто говорит? Не, ну ты индеец, я балдю. Салам алейкум. Рубль будет. Убью. Залежу. Блять, да мне похуй на тебя, блять. Слушай, какая у тебя там тачка, блять, квартиры, срачки там, блять, яхты, все, мне похуй там, хоть Бентли. Всем привет, с вами Руслан. Не, хуйня. Ребята, я нашел аттракцион под названием Опа. Посмотрим, может там можно хорошенечко спрятаться. Ребята, может спрятаться сюда? Ребята, может спрятаться сюда? Ребята, может спрятаться сюда? Ребята, может спрятаться сюда? Блять, выходи отсюда! Хотя нет. Пидор ответ. И он потом резко вот так вот выскочит на меня, то я наложу в штаны. Смотрите, какой я классный аттракцион нашел. Серег, тормози меня. Крутится, вертится, шары голубой. Я сел на жуткой. Блин, очень жутко. Так стрёмно, так стрёмно. Ребята, я нашел абсные развлекухи. Кивенухи. Дикий поезд. Паровозик, тык-тык-тык. Автомобиль 13. В этой коробке лежал... Мне вообще похуй, даже дверь открыта. Теперь я знаю, где я нахожусь и что меня ждет впереди. Кобяков, ты пуська. Кобяков, ты пуська. Я заебался, блядь, иди нахуй. Хуйню, блядь, завели, блядь. И я должен тут, блядь, пиздовать, блядь. Не дадут, сука, в темноте сгустенки нажираться. Идите нахуй. Это я твоя мама. Владик, готов стать моим братиком? Что ты имеешь в виду? До новых встреч! Пока-пока!